Крольчат сейчас настолько маленькие. Этого крольчонка я отличаю, потому что у него белые ушки внутри. Тоже из крольчат станет питомцем Элли Ди. Так, это пятый. Он еще ничего не понял. Не понял, что произошло. Вот смотри, какой он классный вот этот. Это, кстати, мальчик. Всем привет, я Элли Ди. И сегодня у меня маленькие крольчата. Ух ты, вы только посмотрите. Я думаю, вы уже смотрели видео о том, как я решила завести еще одного кролика, друга для Эльзы. И сегодня мы приехали в питомник, чтобы выбрать одного из этих крольчат. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить. Сегодня мне предстоит выбрать крольчонка. Кстати, у меня для вас есть сюрприз. Сюрприз круглосуточный. О нем расскажу в конце видео, обязательно досмотрите. Мы находимся в питомнике Попрыгайки. Это в Лобне, в Московской области. Здесь питомник именно карликовых декоративных кроликов. И передо мной сейчас вот такая корзинка с малышами, которым около 2,5 недель. Сегодня мы увидим того малыша, который будет с нами жить вместе. И, конечно, начнем думать над его именем. Буду выбирать, но еще не забирать, потому что необходимо дождаться, когда они подрастут, для того, чтобы уже можно было их домой забирать. Это делается, ну, от месяца, желательно, наверное, полтора. Здесь есть как мальчики, так и девочки. Давайте каждого рассмотрим отдельно. Этим крольчатам 2,5 недели, у некоторых из них уже открылись глазки, а у некоторых еще даже не открылись глаза. То есть вы представляете, насколько это реально еще маленькие крольчата. Если вы помните, как я брала Эльзу, а вся история Эльзы, все ролики о ней собраны на моем канале в отдельный плейлист, который называется «Мой кролик», то вы там найдете видео, как я первый раз приезжала выбирать Эльзу. Это были тоже крольчата, но они были более старшего возраста. Им было около 2 месяца. Они голубые. Посмотрите, у них какой классный оттенок. Не знаю, как сейчас передает камера, но реально прям такой вот как бы голубым каким-то цветом. Очень такой, знаете, приятный, многогранный оттенок. И кажется, на первый взгляд, как будто и все крольчата одинаковые. Ну вот если так посмотреть, все как будто одинаковые. Но нет, у них есть кое-какие отличительные признаки. Давайте посмотрим. Крольчат сейчас настолько маленькие, что понять, кто из них мальчик, кто девочка, очень сложно. Ну, то есть, как бы я не специалист, и я даже не смогла запомнить с первого раза. Но я могу взять крупно показать каждого крольчонка. Давайте я каждого крольчонка возьму в ладошку и вам покажу. Пока будем различать их по номерам. Крольчонок номер 1. Вот такой вот классный. У него глаза еще не до конца открылись. Вот так выглядит крольчонок, который еще не открыл глазки. То есть он еще нас с вами не видит, зато слышит и чувствует. Беги. Я вижу, у него какие-то белые пятнышки, белые пяточки, такой симпатичный кролик. Крольчонок номер 2. Вот такой крольчонок, у него тоже еще глаза не открылись. Давайте посмотрим, что его отличает от других кроликов. На морде у этого крольчонка есть белое пятнышко. Итак, следующий крольчонок. Ну, давай тебя возьмем. Ой, ой, какой ты, ой, ой. Этот прям покрупнее будет, у этого уже глазки открылись, поэтому смотрите, какой он активный. Очень красивый крольчонок. Этого крольчонка я отличаю, потому что у него белые ушки внутри, а еще сверху на шерстке у него есть такие шерстинки беленькие. То есть периодически встречаются вот такие белые шерсточки. В общем, такой вот крольчонок. Еще есть крольчонок тоже с открытыми глазками. Можно тебе показать? Я просто покажу. Я просто покажу. Тоже уже прозрел этот крольчонок. Вот смотрите, какой он. Очень уже тоже активный, прям больше они прям по размеру, по весу. Я прямо чувствую это, что те, кто прозрели, они вот и сами, самые крупные, мне кажется. Берем следующего. Привет. Ой, ой, ой. Ой, какой прыткий. Ой, какой прыткий. Вот, это следующий крольчонок. Так, так, у него тоже открыты глазки. Он прямо, у него шерстка аж блестит. Характер очень норовистый у этого крольчонка. Он прям вот-вот-вот не может усидеть на месте. Смотрите, все кролики вместе, а он такой типа, нет-нет-нет, я не хочу просто спать. Или я его уже смотрела. Ребята, они такие маленькие, что прям вот запомнить очень сложно пока. И давайте еще пятого вам покажу. Вот самый дальний. Давай, дружочек, просто покажемся. Какой ты маленький. Так, это пятый. Он еще ничего не понял. Не понял, что произошло. Он такой, такое ощущение, как будто темнее остальных. Или мне кажется. Немножко оттенки, конечно, у них разные, если так уж присматриваться детально. Но у него нет белого пуськи. Есть только пальчики на задних лапках слегка светлые. Вот смотрите, маленький кусочек такой беленький.
и все, в остальном серый. Как вы поняли, выбор очень трудный. Вот смотри, какой он классный вот этот. Ой, господи. Такие маленькие. Вот этот классный, да? Конечно, они такие вроде бы друг с дружкой сидят, греются, спят, но в то же время периодически просыпаются и пытаются изучать мир. Ну, то есть это уже реально такие крольчата. Особенно те, конечно, кто уже прозрели. Те, кто еще нет, еще глазки не открыли, они сидят в основном на месте пока что. А вот кто уже увидел этот мир, они такие, ничего себе, пора изучать. И вот они сейчас в активном изучении. За ними очень интересно наблюдать, потому что они постоянно копошатся, перемещаются. И они очень спят маленькими промежутками времени. То есть, ну, они поспали чуть-чуть, как бы один поспал, а остальные все копошатся. Второй спит, и все копошатся. Ну, то есть, постоянно какая-то движуха в гнезде кроликов. И, кстати, ночью кролики более активные. Это преимущественно ночные животные. Но об этом вы сможете увидеть на трансляции. Все крольчата, на первый взгляд, одинаковые. Но это, конечно же, не так. Они все разные, просто они еще очень-очень маленькие. Но у нас будет с вами уникальная возможность понаблюдать, как растут эти крольчата. На канале Elidy Pet стартует трансляция из домика крольчихи с ее детками. Мы сможем в режиме онлайн, вы сможете наблюдать за этими крольчатами, как они растут, как они кушают, как они отдыхают, в общем, чем они занимаются. Мы будем следить, как они изменяются. И все это время, конечно, будем думать, кто же из крольчат станет питомцем Элиди. Кстати, у этого кролика, у которого ушки вот с такой белой окантовкой, у него еще немножечко рыженькая морда, как у Эльзы. Как будто бы вот немножечко что-то такое, знаете, рыженькое. Очень-очень смешной крольчонок такой. Это, кстати, мальчик. Кстати, а на моем лайв-канале сегодня вышел новый ролик «Дом из пленки на дереве». Ссылка на лайв-канал в описании под этим видео. Вот что-что, но снимать крольчат, например, на сторис очень круто. Те, кто подписаны на мой инстаграм, уже видели за несколько дней до выхода этого ролика мои сторисы из питомника. Поэтому можно подписаться на мой инстаграм, и тогда будешь в курсе всех новостей. Ссылка на мой инста о питомцах в описании под этим видео. Ну что, ребята, пишите в комментариях под этим видео, какой крольчонок вам понравился больше всего. Я, конечно, буду читать, смотреть. И да, начинаем думать, как же будут звать крольчонка. Не забудьте посмотреть обязательно трансляцию, она будет идти круглосуточно. Подписывайся на мой канал и увидимся в новых роликах.